Привет всем! Сегодня хочу снять обзор на журнал Кейс Бритни Спирс на обложке. И это номер 29, июль 2009 года. Мы знаем, что Бритни тогда приезжала в Россию с двумя концертами в рамках тура Circus. И тут типа вот Бритни дает первое интервью российскому журналу. Я не знаю, насколько это правда, но, наверное, она им дала интервью, может, по телефону или как-то. Напишите мне, может, она дала просто интервью журнала «Окей». Ну, короче, не знаю. Я, знаете, выросла на журналах «Кул», «Все звезды», «Молоток» и так далее, где постоянно они писали, что им Бритни дает эксклюзивное интервью, хотя вряд ли это было правдой. Ну, в общем, будем верить, что это интервью действительно дала Бритни для российского журнала. Почему нет? Кстати говоря, «Окей» был тогда спонсором тура Бритни, поэтому там каждый журнал был отчет, я сейчас вам покажу. Ну, вот, кстати говоря, обложка. И тут был в каждом номере обратный отчет, сколько дней осталось до концерта. Вот здесь вот 3 дня до питерского, 5 дней до московского. Кстати говоря, вот прям совсем-совсем близко. И вот здесь вот про Бритни, ее муж Кевин с детьми, с Бритни и Кевина. Здесь вот Риана есть, здесь тоже Риана. И я помню, я тогда практически все время это такие покупала, потому что там был отчет, какая-то фоточка с Бритни, да. Ну, они не все были посвящены Бритни, они просто размещали вот маленькую фоточку, можно было вырезочку сделать, да. Вот, ну тогда еще про Бритни много писали, сейчас вообще ничего не пишут, очень печально. Значит, сама статья, точнее интервью, которое Бритни дает эксклюзивно для журнала OK. А здесь все в стиле Circus, то есть это прямо вот фотосессия. Это из отрывки из тура. Вот, ну и вот здесь вот такое вот у нас. Также у нас еще здесь есть что-то, у нас еще здесь есть. Сейчас посмотрим. А здесь вот прикольные разные журналы «Окей», и здесь вот как бы есть российские журналы и всякие иностранные, где Бритни появлялась на обложке. Вот, у меня тоже какие-то есть, посмотрите обзор, я все выложу обязательно. Кстати говоря, у меня есть канал, подписывайтесь, там вот есть все есть, все обзоры на все, что у меня есть, там есть. И последнее, что я хочу показать, это афишка. Афишка тогда везде печаталась, у меня их много было. Я в журнал тогда покупала специально из-за них, ну, из-за всяких вырезочек. Вот такая вот у нас афишка. Ну, здесь вот чисто такая под обложку, иногда печатали где-нибудь в центре журнала. Огромное спасибо за внимание. Надеюсь, вам был полезен данный обзор, он вам понравился. И пока-пока.